Здравствуйте, друзья! Я рад вас приветствовать на канале Криптомир. Здесь вы узнаете о новых стартапах и самых перспективных ICO-проектах. В этом выпуске я хочу вас познакомить с новой биржей, новой криптовалютной биржей, которая работает в странах Африки, Азии и приглашает европейских пользователей. Это криптовалютная биржа, которая называется Emirex. Emirex – биржа, которая соответствует стандартам безопасности, сертификации безопасности ISO 27001. Это усовершенствованные меры безопасности, которые соответствуют международным стандартам информационной безопасности в банковской сфере. Это лицензия, и она регулируется в соответствии с правилами Европейского Союза. То есть вот такой вот момент говорит о том, что биржа, она ставит перед собой такой, основана на надежном в юридическом фундаменте, и она не собирается, и она собирается остаться на рынке, закрепиться на рынке очень-очень надолго. К тому же сама локация — это страны с наибольшим спросом на цифровые активы на Ближнем Востоке. То есть, собственно говоря, биржа в основном работает с пользователями из Турции, Египта, Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, и также приглашает европейских пользователей. На мой взгляд, подобные биржи вызывают доверие. Я предлагаю вам познакомиться более подробно с проектом и присоединиться к работе на этой бирже. Опять же, о мерах безопасности, об условиях работы нужно же вам будет знакомиться самостоятельно. Ссылки на сайт и все коммуникационные ресурсы будут в описании к видео. Также стоит сказать, что платежные системы, как работает биржа, да, с чем работает биржа? Это платежные системы в фиате, которые облегчают вывод средств на банковские счета пользователей. Что это значит? Это значит, что есть возможность выводить фиатные деньги на свои карты через обычные банковские, через ваш банк, через банк ваш, в котором у вас есть там счет и карта, соответственно. На мой взгляд, это очень удобно. То есть мы минуем всякие различные дополнительные обмены, и это есть, опять же, экономия времени и средств на различные комиссии обменных сервисов. Также биржа в целом дает возможность хорошо работать. Есть это уже рабочая биржа. Токен биржи сейчас котируется на отражается на в CoinMarketCap. То есть, на мой взгляд, биржа и сам по себе проект, он работает с 2014 года и, собственно говоря, имеет большие шансы на успех. Открывая биржу, мы видим совершенно понятный интерфейс. Здесь мы видим линейку инструментов, историю, ордеров, стакан, точнее не историю, а стакан ордеров. Что мне нравится, то что она имеет действительно такой большой объем, да? То есть здесь мы можем увеличить его, уменьшить, как нам будет удобно. И видим большую историю заказов. Ну, это удобно, да, для того, чтобы прогнозировать там как-то, как один из инструментов анализа рынка. Также здесь совершенно понятное окно для покупки и продажи. И история ваших ордеров, то есть здесь вот открытые ордера или история торгов. Также можно у нас здесь будет выбрать торговые пары или в все, да, или QSDT. В QSDT у нас торгуется биткоин и эфир. Ну, собственно говоря, опять же, такой удачный, на мой взгляд,
на QSDT, собственно говоря, ну, я лично торгую только этими валютами для того, чтобы фиксировать, для того, чтобы фиксироваться. Так, и к биткоину. У нас биткоин кэш, внутренние токены биржи, эфириум и лайткоин. Собственно говоря, ну вот основные валюты, они, естественно, будут добавляться и расширяться. Также можно настраивать, персонализировать под себя экран и так далее. На мой взгляд, ну, интересный проект. Непосредственно о токене мы поговорим в следующем видео. На сегодняшний день есть время для того, чтобы ознакомиться с проектом и принять решение о участии в нем. Пожалуйста, знакомьтесь с проектом Emirex. Ссылки на сайт, белую книгу и все коммуникационные ресурсы вы найдете в описании к видео. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока.